Мы сегодня, я в прямом эфире пригласил и Конора. Да? Да, я сделал такое заявление, пригласил Конора в гости. И почему бы, значит, ему не посетить Дагестан? Вы на самом деле его простили? Да. Вот, абсолютно. Вот, понимаете, вот... За те оскорбления? Вот. Нет, это все в прошлом. Нельзя останавливаться, жизнь продолжается. И наша религия должна показать милосердие не на словах, а на деле. Если он приедет, вы увидите то же самое. Примем его как дорогого гостя.